Вот так вот вдоль тропинки растет какая-то ягода. Сейчас пойду поближе посмотрю. Ну вот, что за ягода, я не знаю, как говорится, а если не знаешь, что за ягода, то лучше ее не есть, потому что можно, конечно, даже и отравиться. Вот такая вот ягода сочная. Да, теперь, конечно, чем еще руку вытереть. Так, ну ладно, попробую чем-нибудь руку вытереть. Наконец-то.